Здравствуйте, вас приветствует канал «Идеальный мир», и сегодня я решила поделиться с вами своими, к сожалению, неудачами. Улитки меня атакуют, просто страшное дело, у нас прошел дождь, и они вот ползают по всему участку, кушают все, что хотят, новое мною посаженное, вот, ползают и радуются жизни. Лук едят вполне, очень даже им нравится лук, потому что здесь старый лук я побросала. И вот они на этом луке прямо шикуют, я бы сказала так. Едят его и радуются. Витамины. Едят витамины. Все, абсолютно все им нравится. Мои бархатцы им нравятся. Вот, ползут на мой участок активно. С заброшенного участка, который находится рядышком. Активно, быстренько переползают ко мне. И делают такую слизь. Вот он, видите? Это были бархатцы, но их уже нет, их съела улитка, а вот еще под ногами трещат улитки. Смотрите, они везде, они абсолютно везде, причем сидят попарно, активно плодятся, размножаются, вот что делается, вот, везде улитки. Страшно, что делается, я посыпала вдоль участка слизнеедом, другого выхода я не вижу. Потому что благодаря моей гуманности мои улитки уже съели очень-очень и очень много моих цветов высаженных. Овощи у меня вообще накрыты все спанбондом. Но цветы, конечно, накрывать спанбондом, для чего их тогда, получается, высаживала, выращивала, чтобы накрывать спанбондом, конечно же, нет. Поэтому снизить эту популяцию улиток я буду снижать с помощью... Все-таки с помощью химии. Вот, видите, на одном квадратном метре их может, не знаю, штук 20. То есть я утром встаю и начинаю заниматься собирательством улиток на своем участке. А если еще и прошли дожди, то они прямо плодятся не по дням, а по часам. Не по дням, а по часам. Вот я хожу на одном месте и посмотрите, что тут делается. Я говорю, иду, и они аж хрустят. Вот такие жирные, упитанные улитки. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И пошло-поехало. И вот, чтобы много не говорить, час работы по утрам у меня. Кто-то пьет кофе, а я собираю улиток. И вот 10-литровая ведерко улиток за час на своем участке 20 соток. То есть я решила, сделала вывод, что я все-таки буду пользоваться химией. Как это ни печально, я купила слизнеед, и вдоль своего забора я все же посыпала этими гранулами. Проблема номер два. У нас были заморозки, и, к примеру, целозия гребенчатая у меня замерзла. Вот так сейчас выглядит моя целозия гребенчатая. Очень печально, скажу вам честно. Очень печально. Жалко мне ее. Ну, вот какие-то живые. Хотя в том году я сажала точно так же, но в том году таких сюрпризов природа мне не предоставила. Вот так выглядит моя ипомея. Очень надеюсь, что все-таки какие-то почки живут. И я буду в этом году с ипомеей. Но к чему я видео показываю? Если у вас есть возможность, то все-таки высаживайте немножко позже. И, конечно же, ту же ипомеющую, которая живая, едят, грызут вот такие вот улитки. И вот как выглядит слизнеед, такие гранулки. Я их уже набросала, но, тем не менее, как мы видим, улитки активно питаются, не знаю. Хотя вот улитки нет. Видимо, что-то дал этот слизнеед, я им пользуюсь первый раз, так что не знаю. Потом расскажу вам результат, насколько мне понравился этот слизнеед. Ну вот, тем не менее, моя ипомея. Вот моя ипомея. Идем дальше. Вот и виноград. Вроде бы как хороший, крупный виноград. Но вот что случилось, что сделал мороз с моим виноградом. Виноград, конечно же, живет, но тем не менее, вот эти молоденькие листочки могли бы уже активно развиваться. Виноград. Да, не буду я, наверное, вам показывать абсолютно все. В общем, померзли мои цветочки. Померзли мои растения.
Вот что случилось с бархатцами. Это бархатцы. Вот это бархатцы. Вот такая печальная история. Вот такие у меня сейчас бархатцы. Бархатцы навряд ли оживут. Не знаю, даже такого никогда у меня не было. Поэтому что-либо сказать по поводу бархатцев я абсолютно не могу. Не знаю. Вот так вот выглядят бархатцы. Вот бархатцы. И пеларгонию мою, конечно же, мороз не оставил без внимания. Как мы видим, листики покраснели. Причем очень сильно. Они прямо такие бордовые. Вот так стали выглядеть листья моей пеларгонии. Ну, насчет пеларгонии, конечно, мне тоже очень печально. Но я ее просто зачеренкую некоторые. То есть пеларгония однозначно мне не пропадет. Она будет жить. Но, тем не менее, вид мороз подпортил очень-очень и очень сильно моей пеларгонии. Не всей, потому что какая-то часть стоит у меня все-таки в квартире. Я еще не всю перевезла к себе на участок, на дачу. Но ту, которую перевезла, вот, к сожалению, мороз тоже не оставил без внимания. Такая у меня печалька случилась со мной. Но ничего страшного, не надо расстраиваться. Продолжаем сажать, сеять, выхаживать то, что есть. Лилия. Вот так стала выглядеть моя лилия. Вот. Это лилия. Далее. Девичий виноград. Девичий виноград, как ни странно, он тоже, вот, видите, молоденькие. Стали такими какие-то сухими, поникшими. Хотя вот нижние тоже же такие живые, зелененькие. Но, тем не менее, меня удивило, что и девичий виноград тоже не оставил мороз без внимания. Идем дальше. Малина. Малина тоже у меня почернела. Вот такая стала черненькая, невзрачненькая. Хотя верхние листики чувствуют себя замечательно. В основном самая нижняя часть растений пострадала. У природы нет плохой погоды. Но сюрпризы готовит она нам коварные. Вот что случилось с листиками малины. Грецкий орех. Довольно-таки сильное дерево, но тем не менее оно тоже пострадало. Но не все деревья у меня пострадали, но можно сказать половина из моих 15 саженцев грецкого ореха, вот особенно нижние, вот стали выглядеть таким образом. То есть почернели, черные. Конечно же, их завтра обрежу, естественно. Но тем не менее тоже очень жалко. Вот мой грецкий орех стал выглядеть так. Поэтому, дорогие друзья, подумайте хорошенько, смотрите внимательно прогноз погоды. И это такое мое видео предупреждение для тех, кто уже хочет высаживать, очень сильно хочет высаживать. Вы подумайте, немножко все же подождите, передержите хотя бы еще недельку, потому что сюрпризы природа нам готовит очень-очень такие жестокие. Может, мое видео кого-то остановило пойти завтра или послезавтра и высаживать какие-то ценные, любимые для вас растения. Все, удачи и до встречи!